На следующий год мы еще придумаем какие-то композиции, еще лесные насаждения, наверное. Ну, в целом, начало есть. Сквер поколения, он обрел новый такой освежающий вид. Вот эти вот столбы, вот эти вот, да, красивые, оригинально новые. Ну, в общем, я думаю, что поступательное движение, благоустройство города и вообще во всех аспектах его есть, и они видны, есть позитив. Желаю вам здоровья, счастья в преддверии этого праздника. И думаю, что те планы, которые мы наметили по реализации данной программы и вообще по развитию просто нашего города, мы успешно выполним. Я знаю, сколько людей старались, переживали, помогали, приходили, проверяли и сделали все, чтобы сквер действительно был красивым, современным, уютным, чтобы здесь могли приходить наши подрастающие поколения, проводили мероприятия воспитательного характера. Поэтому спасибо всем большое за участие, спасибо всем за помощь, за вклад свой личный, за время, за здоровье. Действительно, прекрасное событие в честь Дня Первого Президента. Давайте все это беречь, сохранять для наших потомков. И всем крепкого здоровья и успехов!